Валентина Шевалева пришла на работу в администрацию более 17 лет назад. Начинался специалист второй категории. Сейчас работает начальником отдела дополнительного образования, отдыха, оздоровления и занятости Департамента по делам молодежи и спорта. За многолетний добросовестный труд в этом году Валентина получила благодарность губернатора Нижегородской области. Наша работа, как правило, не видна населению. Это работа с документами, подготовка постановлений, порядков, регламентов, того, что позволяет учреждениям уже действовать в соответствии с законодательством. Муниципалитеты государство возложило ответственные задачи. От эффективности деятельности администрации во многом зависит состояние социальной инфраструктуры, обеспечение порядка в жилищно-коммунальном хозяйстве, благоустройство территории и качество жизни граждан. Работа сотрудников администрации требует постоянной координации усилий. Постоянно меняющееся законодательство требует вносить коррективы как в регулярные задачи, так и искать пути решения новых. Благодаря тому, что в администрации работает слаженная команда, мы всегда легко находим решение любых ситуаций. Мне нравится видеть результат моей работы, который проявляется в развитии образования в наших учреждениях, который проявляется в деятельности лагерей и в целом организации занятости детей в летний период. Когда приходит посетитель и нам удается вместе решить его проблему, это всегда вызывает чувство облегчения и желание и впредь помогать людям. 21 апреля сотрудники органов местного самоуправления отмечают профессиональный праздник. Наша редакция поздравляет всех, кто трудится в доме администрации и работает на благо нашего города. Желаем вам здоровья, терпения, благополучия и успехов во всех начинаниях. Екатерина Пенова, Константин Островский, Сергей Рябов, служба новостей Саров-24.